Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буквы «Л» в нашем восприятии вызывают неоднозначные ассоциации. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Это умы, стремящиеся к обобщениям, желающие постигнуть действительность в ее целостности. У этих людей в голове всегда полно идей. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Звук «П» в имени не создает неприятных ощущений, располагает к задушевной беседе, доверию. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Люди с таким именем являются известными весельчаками, притягивающими развлекателями. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Кроме того, носители этого имени обладают даром красноречия и становятся центром внимания и душой любой компании. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Владельцы этого имени всегда выглядят приветливо, чуткие, умеющие быть снисходительными. Они легко добиваются признания и дружеского расположения окружающих и пользуются популярностью не только среди близких людей, но и всюду, где появляются. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.